Здравствуйте, с вами Татьяна Ковальчук, и я приветствую вас на своем канале «Канадская деревня». Подписывайтесь, ставьте лайки, вам ничего это не стоит, а мне будет приятно, и канал будет развиваться. Сегодня в этом видео я хочу поговорить с вами о нашей газонокосилке. Это газонокосилка John Deere, мы ее купили буквально в прошлом году, в мае. Вот. Ну и только на этой газонокосилке мы наездили 7,5 часов, вот сейчас покажу я вам. Вот, 7,5 часов, и газонокосилка. Вчера Наталка первый раз с прошлого года взяла газонокосилку покосить траву. И почти что она там сзади все покосила, все было хорошо. Когда начала переезжать сюда, начала так слышать врум-врум-врум-врум-врум. Газонокосилка так стала делать. Да, Джинни? Джинни? Он джинджер прям везде. Звезда. Да, звезда ты моя. Он со мной везде. Куда и мама, туда я, да? Ух ты, мой маленький. Ну, так вот. Вчера муж там все это посмотрел дело. Там открутил и карбюратор, и то, и все. Вроде все хорошо. Не знаю, в чем причина. Вот, посмотрели там несколько видео. Он посмотрел, все равно. Причину он не знает. Пока месяц еще. Ну, я надеюсь, что он разберется, потому что он у меня как-то по механике очень хорошо разбирается. Иногда ему там приходится немножко дольше это разбираться в этом. Но вот такое дело. Все равно он докопается до сути. Вот. Так что, ну, газонокосилка у нас, это, как я уже сказала, год. Но, вы знаете, гарантия у нее была. Оказывается, гарантия всего лишь год. А мы заплатили за нее... Все-таки газонокосилка не из дешевых, $1600. Это John Deere, тут самая престижная она. Вот, но, ну, короче. Ну, что делать? Ничего не сделаешь. Вот, если что, придется везти, привезти к дилеру, и чтобы он, они ее там делали. Вот. Знаешь, такие дела. Вот муж купил, вернее, по моей просьбе, он купил вот эту вот canopy, такая вот. От солнышка, чтобы ездить, и солнце не это самое. И вот он купил, специально купил накрывачку на сидушку, потому что сидушки, я не знаю, такие деньги они гребут за эту John Deere, и сидушки трескаются. Даже если внутри их хранишь, они все равно трескаются с какого-то дермантина, блин, плохого. Вот такие вот дела. Вот тут... Муж разобрал, снял карбюратор, будет перебирать карбюратор. Ну, Джинни, куда ты лезешь, блин? Сейчас так закрою все, и не будет тебя. Уходи давай. Тебе везде надо залезть. А что вот такие вот дела? Ну, я потом покажу, что у нее сломалось. Если, может, кому-то будет интересно. Вот. И когда муж найдет проблемы, я вам покажу и расскажу. Всего доброго. Еще раз спасибо за... Внимание, ставьте лайки, подписывайтесь. Пока-пока.